Диплом с отличием, как еще одно доказательство таланта и усердия. Ксения Зайцева – дизайнер. Еще будучи студенткой, работала над проектом для администрации края. Девушка мечтает раскрасить унылые регистратуры всех больниц в стране. Это не холодные синие стены, а это приятные желтые и зеленые цвета, и что тебе здесь обязательно помогут. Среди отличников сложно найти книжного червя. Каждый, помимо учебы, занимался спортом, творчеством или бизнесом. Инна Бугаева – выпускник-энергетик. В прошлом – председатель общежития, лучший боец энергоотряда и почти круглый отличник. У меня четверка была, это единственная четверка – английский язык, потому что с преподавателем у меня получилась так интересная история. То есть я не стала потом ее пересдавать уже. Кстати, новый ректор технического университета Андрей Марков впервые вручал дипломы в должности ректора. Вы всегда наши выпускники. Кем бы вы ни стали, а я уверен, вы станете действительно замечательными специалистами. Остальные студенты политеха, а их около 3000, получат диплом о высшем образовании к середине июля. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. Наши новости.